Всем здравствуйте! У меня новая орхидея, но видео я снимаю не потому, что хочу похвастаться, а потому что это орхидея с названием. Очень удивило, что название есть. Мы уже привыкли к тому, что их перестали писать на горшках и желтыми буквами паспорт и все. Но хозяйка в магазине заметила название. Сначала это была Клеопатра, так как все Клеопатру знаем, то лишь цвет-то ее нормально передать. Ну так вот, так как Клеопатру мы знаем, нашли в каком месте пишут название и начали обсматривать остальные орхидеи. И на многих названия нашли. Также было название у этой орхидеи. Она часто мелькала в обзорах у девочек и слышала я такую фразу: вроде бы Golden Leopard, а вроде бы не Golden Leopard. И я тоже смотрела в обзоры, думала, это вроде похоже, а вроде не похоже. Вот в итоге я ее купила. И на горшке было название Юпитер. Мой Golden Leopard цвел летом. Правда, на съемке он там доцветает, но я вставлю кусочек видео. А сейчас цветет Golden Leopard у моей подружки. Я попросила ее сделать фотографию. И фотографию я тоже вставлю. Заметно, что у Golden Leopard более вытянутый по горизонтали цветок, чем у Юпитера. И у Юпитера много желтого в серединке, а у Golden Leopard нет. Но не могу я передать оттенок, не получается. Как же показать? Вот на этом цветочке, который распустился последним, полосочки на желто-оранжевом фоне. Но не дается он камере. Никак не могу показать. Потом попробую со вспышкой, может, она покажет. А эти цветочки уже фон осветлили. Вот так видно, что у маленького цветочка более насыщенный цвет фона. Ну, конечно, вот такой немножко потрепанный цветок с магазина. Вот такие лепесточки пострадавшие. Много бутончиков. Два ответвления. Надеюсь, все-таки они меня порадуют цветением и не отсушатся. Ну, тут уж как повезет. Как-то камера упрощает этот цветок. Не передает его таким, как он есть на самом деле. Цветок крупный, 9,5 сантиметров. Где-то я линеечку приготовила. Вот она. Девять с половиной. Сейчас попробую со вспышкой. Да, вспышку я включила, но день солнечный. Большой разницы я не вижу. Теперь ночью снимай. Лепесточки плотные, прорезиненные. Обратная сторона у цветков вот такая с зеленцой. Прожилочки по обратной стороне. Ой, она так переливается даже с этой стороны. Пока не вижу, камера передает это или нет. Вот ее губка. Сейчас. Вот она такая. И раз зашел разговор о Golden Leopard, я покажу, что мой учредил. Цвела эта орхидея летом. После цветения сгноила все корни. Сейчас у нас вот такие листья. Есть молодой листик.
И на старом цветоносе мы растим две детки. Думала, будет одна, и где-то через месяца полтора появилась и вторая. Вот два корешка у нас уже растет. Когда она была маленькая, надумала цвести. Вот бутончик. Я ей говорю, ты зачем цвести? Надумала, ты малюсенькая еще. И она взяла его и засушила. Где-то был еще второй, что-то сейчас я его не вижу. И вот вторая детка идет точно по такому же пути. Видите, она малюсенькая. И вот он уже цветочек. И вот здесь в середине тоже есть цветочек. Ну как цветочек, бутончик. То же самое было и у этой. Ну, она их оба цветочка, бутончика, вернее, засушила. Наверное, этот сделает то же самое. Ну, посмотрим. Цветение, я уже думаю, долго я не увижу этой орхидеи, пока дети растут. Ну, посмотрим, потому что надо наращивать корни, которых там, по-моему, еще нет. Надеюсь, весна в помощь. И что-то двинется в рост. И сейчас в конце видео я ставлю цветение своего Golden Леопарда летнее и фотографии цветения, которое сейчас у моей подружки. Олечка, спасибо за фотографии. И на сегодня все. Всего вам доброго. Покажу только горшочек. К сожалению, растения в горшке я вам не покажу, потому что пересадила. Не планировала пересаживать, хотела достать торфяной стаканчик. Но он был глубоко, и пока я ковырялась там пинцетом, ну, растение вывалилось. Поэтому было решено сразу пересадить в двойной горшок Арте. Благо, что мы девочки запасливые, дома всегда есть и субстрат, и горшки. Вот очень хорошо видно, что здесь написано Юпитер, чему я неимоверно рада. Рада тому, что есть название, и рада тому, что название мне нравится. Кстати, фотография со вспышкой ближе всего передает цвет, тон этой орхидеи.